Добрый день, добрый день, многоуважаемый военный мех. Я решил сегодня выйти не со сцены, а из зала, почувствовать этот дух 5,5 лет присутствия вас в этих стенах. Да, совсем немного прошло дней, недель, месяцев, лет. И буквально, можно сказать, вчера, 1 сентября, вы переступили порог этого замечательного учебного заведения. И сегодня вы по существу вливаетесь в огромнейшую семью выпускников военмеха. Так уж судьбой сложилось, что уже не первый год, я уже много могу наблюдать студентов, которые 1 сентября пришли и получили студенческий билет, затем получили диплом об окончании военмеха, отучившись 5 или 5,5 лет, и затем пошли в жизнь. Тех, а я со многими поддерживаю отношения, либо через контакт, либо встречаемся, но буквально совсем недавно была у меня приятная встреча, один из выпускников военмеха меня останавливает в одном из очень престижных предприятий нашего города, занимающийся оборонкой, говорит: «О, дядя Саша, здравствуйте». Я, конечно, сразу не узнал, но он сказал «военмех», и стало чуточку теплее. Мне очень хочется верить, что именно вы сегодня, когда сделаете свой первый шаг уже с дипломом Балтийского государственного технического университета «военмех» имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, не только высоко будете нести это звание выпускника «военмеха», но и с гордостью будете произносить, что вы учились здесь, в военмехе.